При посредничестве Красного Креста 9 больных были перевезены из Арцаха в различные специализированные медицинские центры Армении. Под председательством Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета Безопасности. Армен Григорян и Тойво Оклар обменялись мнениями по вопросам, связанным с урегулированием Нагорно-Карабахской проблемы. Нед Прайс подчеркнул необходимость свободного и открытого коммерческого и частного транзита через Латинский коридор. Генеральный секретарь Международной организации франкофонии приветствовала решение Международного суда ООН. Посол США в Армении посетила мемориальный комплекс Тизернакаберт. «Грузинский народ стоит рядом с Турцией и турецким народом», — заявил Гарибашвили. В знак солидарности с Украиной здания ЕС подсветили цветами украинского флага. Великобритания расширила черный список против России. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести войска из Украины.